Вы загрузить сохранен. Вы уверен? Да. Открывшийся перед ними пейзаж безмерно обрадовал путешественника. Рекс, смотри, какой прекрасный карстовый пейзаж. Прыгают по дороге. Спасите! Помогите! Да, вот. Для тебя настало время прерывания. Возьми этот обломок и пойдем. Папочки, тяжко. Вернись на старт! Помогите! Вернись на старт! Познай мощь кнопки из нижней панели! Вернись на старт! Помогите! Возьми табак. Папочки, тяжесть. Для тебя настало время прерывать. Папочки, тяжесть. Возьми обломок. Наши герои вошли в странный дом. Внутри кто-то безуспешно пытался освободиться. Смотри, кто-то попал в ловушку и отчаянно пытается выбраться. О, баглы! Баглы в Златонорье! Невероятно! Да. Привяжем к веревку. Отлично. Что-то знакомое. Да, хорошо тебя притянуло. Ой, я больше не могу. Помогите! Спасите! Спасите! Наши герои вошли в странный дом. Внутри кто-то безуспешно пытался освободиться. О, храбрые герои! Освободите мышелителя из этой проклятой ловушки! Что это за котел? Думаю, Рекс, нам надо положить в котел что-то очень тяжелое. О, храб... Еще обломки. Еще обломки. Не могу поверить. Еще? Да, пошло, пошло, пошло. Да, пошло, пошло, пошло. Да, пошло, пошло, пошло. Благодарю вас от всего сердца. Я волшебник-мыслитель. Чем могу помочь?
Спроси его про подворье хаоса. Странные утки и прочие гуси, да? Они появились недавно. Думаю, они как-то связаны с исчезновением магии. Эх, нора моя в горе. Мы увязли по Шрекс. Спроси про Златонорье. Златонорье? Это мой мир. Я сам его построил. Знаете, замышлил и осуществил. Я создаю персонажей, раскрашиваю фигурки, придумываю для них разные приключения. Но недавно мои герои словно взбесились. Что-то нечистое здесь творится. Эх, нора моя в горе. Мы увязли по уши, Рекс. Спроси про прыгающих солдат. Вот именно. Я создал их. До последнего времени они выполняли разные задания, получали в награду волшебные артефакты, освобождали принцесс. Но однажды вся моя магия улетучилась из них, и они пришли в смятение. Начали носиться туда-сюда, молоть чепуху, даже стали опасны. Хорошо, что вам удалось избавиться от них. Что еще? Спроси про ловушку. Не знаю, о чем я думал. Хотел принять некоторые меры предосторожности. Ой, помочки! Спроси про карту следователя. Значит, вас послал дворектор. Интересно. Ну, слушайте, карта следователя находится в погребах Златонорья. Вот ключ. Дверь в погреб вы найдете недалеко от моего дома. Учтите, что вы имеете дело с свинными погребами. Ой, помочки! Рекс повернул ключ и открыл вход в погреб. О, погреб открыт! Свинные погреба! Свинные! Я здесь. Попали. Thank you.
попали. Я здесь. Хау-хау-хау. Я здесь. Хау-хау-хау. Свинки? Да-да, они тоже мое скромное творение. Спрашивай.
спроси про сам знает кого. Готов поспорить, что это не Хрюмблдор? Нет, не могу понять. Попроси его объяснить, как работает карта следователя. Хорошо, покажите мне карту. Я объясню, как она работает. Каждый из нас, семи волшебников, поделится с вами своими подозрениями. После разговора с магом его показания будут занесены в карту. Щелкните по изображению волшебника, чтобы снова услышать его показания и увидеть, какие чародеи подходят под них, а какие нет. Поговорив со всеми семью волшебниками, вы можете выяснить, что все они невиновны. Но помните, сам знает кто лжет. Если вы уберете показания одного из магов, после этого появится один подозреваемый, и это будет именно тот, чьи показания вы только что исключили. Вуаля! Значит, он и есть сам знает кто. Ой, памочки! Готов поспорить, что это не Хрюмблдор? И они отправились в путь. Ой, бамочки! Спасите! Ой, бамочки! Спасите! Ой, бамочки! Чарли! Дом обвалился! Ой, бамочки, спаси. Ой, бамочки, спасите. Ой, бамочки. Ой, бамочки, спасите. Ой, бамочки. Ой, бамочки. Они летели, летели и, наконец, прилетели. Перед нами Магрица! Внезапно Рекс достал свою волшебную палочку.
чем мы поговорим, необходимо вновь отразить атаку на университет. Пароль к воротам – малиновое варенье. Прежде чем мы поговорим, необходимо вновь отразить... Вижу, что ты готов изучить новое заклинание. Защита от манки. Верный выбор. Подойди к чучелу. Это символ заклинания «Защита от манки». Потренируйся изображать его. Очень хорошо. Сейчас мое волшебное чучело попытается напасть на тебя. Создай правильную защиту. Отлично. Попробуй еще раз. Боюсь, Рекс, что ты изучил все чары первой ступени. Отправляйся к Серпентусу Змейпу. Он обучит тебя заклинаниям второй ступени. Держи ключ к волшебной двери, которую ты найдешь здесь, в университете. Она откроет тебе дорогу в кабинет доцента Змейпа. Спроси про сам знает кого. Ну, хаву. Я знаю, это не дворектор Матиус и не Барандельф Белый. Рекс! Боюсь, Рекс, что ты изучил все чары пер... Большой гобелен привлек внимание Рекса. Похоже, гобелен был волшебным. Узор на гобелене внезапно стал понятным, но Рексу показалось, что что-то нужно было добавить. Добро пожаловать в мой кабинет, Рекс. Приветствую тебя, Рекс. Я ожидал твоего прихода, но не так скоро. Я доцент Серпентус Змейп. Преподаю магию второй ступени. Вот заклинание, которым я тебя научу. Нашествие мух. Отличный выбор, Рекс. Подойди к чучелу. Это символ боевого заклинания «Нашествие мух». Если направить на противника это заклинание, на него нападут надоедливые насекомые, мешая ему колдовать. Попробуй еще раз. Вижу, что ты готов изучить новое заклинание. Отличный выбор, Рекс. Подойди к чучелу. Это символ боевого заклинания «Превращение в лягушку». Если направить его на противника, он превратится в лягушку, что помешает ему применять чары. Попробуй еще раз. Боюсь, ты еще не готов изучить новое заклинание. Спроси его про подворье хаоса. Я что-то слышал, но мне это не очень интересно. У Вальдемор же, кажется, есть какая-то теория по этому поводу. Если встретишь одну из этих ужасных птиц, не раздумывай, угости ее несколькими боевыми заклинаниями. Готов. Спроси про сам знает кого. Или у подозреваемого красная шляпа, или звездный узор, но не вместе. Маленькому кротику это не по силам. Боюсь, ты еще не готов изучить новое заклинание. В конце темного коридора стояли прочные ворота, которые заговорили с Рексом, когда он к ним приблизился. Мы ворота. Даже...
скажи пароль, чтобы выйти на стену. Пароль верный. Сохранить игру. Вы уверены, что хотите да. Продолжить игру. Рекс взобрался на стену и достал волшебную палочку. Злобные птицы наступали. Последняя птица дернулась и упала вниз. Рекс мог снова праздновать победу. Я знаю только, что шляпа и плащ у него разных цветов. Готов. Готов поспорить, что это не Хрюмблдор. Площадка для отправки в Златонорье. К несчастью, она недавно исчезла, но должна скоро появиться снова. Здесь стартовая площадка для отправки в Боброр. Хау-хау-хау-хау-хау. Пишу, наверное. И они отправились в путь. О, нет. И они отправились в путь. Ой, помочки! Ой, помочки! Спасите! Ой, помочки! Спасите! Я не хочу! Ой, помочки!
Спасите! Ой, мамочки! Спасите! Я не хочу! Рекси! Все пропало! Чарли! Дом обвалился! Ой, мамочки! Спасите! Я не хочу! Рекси! Все пропало! Что я здесь делаю? Они летели, летели и, наконец, прилетели. Вижу, бобро! Итак, приключения наших героев продолжились в Боброре, на которой пала вековечная тьма. Смотри, Рекс, здесь пала вековечная тьма. Внезапно... Чудовищная курица отдохнула в последний раз и исчезла. Хорошо, девять тебе, Бобромир. Спасибо, Бульба. Мимли, получи 7. Мимли. А для тебя, Ловелас, осталось 3. Как это? Извини. Я Бульба с маслом-с. Скромный хомяк-путешественник. Приятно познакомиться. Я Крот из рода Кротов. А это Рекс, храбрый пёс. Это мой друг Бобромир, знаменитый воин. Вы ведь слышали о битве бобра со слоном? Приятно познакомиться. Я Крот из рода Кротов. А это Рекс, храбрый пёс. А это Мимри, сильный своим... духом. Приятно познакомиться. Я Крот из рода Кротов. А это Рекс, храбрый пес. Благородный Ловелас, все белки вздыхают по нему. Приятно познакомиться. Я Крот из рода Кротов. А это Рекс, храбрый пес. Здравствуйте, джентльмены. Мы ищем волшебника Барандольфа Белого. Мы тоже. Давайте искать его вместе. Давайте создадим братство. Давайте отправимся в экспедицию. Отличная идея, Бобромир. Пойдем. Нам нужно добраться до берега реки Мандалин. Видишь этот знак на небе? Вот этот? Я вижу. Смотрите, курсор. Предзнаменование. Мимли. Ты прав, Мимли. Пойдем за ним. Здесь мы не пройдем. Здесь мы не пройдем. Туда я не пойду. Эй, здесь глубокая пропасть, нам ее не перейти. Эй, здесь глубокая пропасть, нам ее не перейти. Туда я не пойду. Ой, ягодки. Туда я не пойду. Эй, здесь глубокая пропасть, нам ее не перейти. Итак,
перед нами струит свои воды прекрасная река Мандалин. Бульба оказался прав. Братство очутилось в прекрасной долине реки Мандалин. Боюсь, нам придется переправиться на другую сторону. Бобромир, друг мой. Да, Ловелас, нам предстоит пересечь эту реку. Я зайду в воду и буду толкать лодку. Учтите, что в лодку помещается не больше двух зверей. О, нет, я вижу гоблинов. Они патрулируют реку. Осторожно, Бобромир, не наплыви на них. Не оставляй меня здесь с Рексом. Я боюсь, что он может меня съесть. Я ни за что не останусь на берегу с Ловеласом. Нет, я не поплыву с Ловеласом. Могу уколоться. Нет, я не хочу плыть в одной лодке с Мимли. Он вонючка. Мими-мими-мими. Там-там-там. Мими-мими. Наконец, после долгих усилий, братство оказалось на другой стороне реки Мандалин. Хорошо, теперь что? Теперь дорога вела через лес. Теперь нам нужно выбраться на опушку леса. Вперед за курсором! Следуйте за знаком! Ой, ягодки! Эй, здесь глубокая пропасть! Нам ее не перейти! Меня просто трясет! Знаменитое Умория? Ой, ягодки! Эй, зять, это твоя часть, Ловелас! К сожалению, я забыл дома свою Эльберетту. Наконец, братство добралось до того места, до которого и собиралось добраться. Это должно быть здесь, мне кажется, или наше братство ходит кругами. Думаю, у нас новое хобби – туда и обратно ходить. Минуточку, что это у меня в кармане? Осторожно, я слышу чьи-то шаги. Невозможно! Нет, это невозможно! Это Барандальф, Барандальф Белый. Барандальф? Да, когда-то меня так звали. Барандальф, вы нам не поможете? Могу ли я вам помочь? О, да, я думаю, я могу вам помочь.
Спроси его про подворье Хау. Призраки мокрых куриц, газетных уток и гусей лапчатых. Их появление — это знак того, что зло вернулось на земли Боброра. Наступает конец времен, а, насколько я знаю, не должен бы. Другими словами, кто-то ему помог. Маленькому кротику. Спроси про сам знаешь кого. Да, самое время выяснить, кто стоит за этим. Время замкнуть круг подозрений. Попробуй собрать их вместе и соединить как-нибудь. Я знаю только одно. Или у подозреваемого синяя шляпа, или звездный узор, но не вместе. Рекс, почему ты не выбрал синюю косточку? Мы бы уже были дома. Барандольф, вы нам не поможете? Могу ли я вам помочь? О, да. Я думаю, я могу вам помочь. И они отправились в путь. Ой, бамочки! Спасите! Ой, бамочки! Спасите! Я не хочу! Рекси! Ой, бамочки! Спасите! Ой, бамочки! Ой, бамочки, спасите, я не хочу. Ой, бамочки. Ой, бамочки! Ой, бамочки! Спасите! Я не закрою! Они летели, летели и, наконец, прилетели. Перед нами Магрица! Здесь стартовая площадка для отправки в Боброр. К несчастью, она недавно исчезла, но должна скоро появиться снова. Полет на метлу? Да, их надо запретить. И они отправились в путь. О, нет. И они отправились в путь. Ой, бамочки, спасите, я не хочу, Рекси, все пропало. Ой, бамочки, спасибо. Ой, бамочки, спасите, я не хочу, Рекси, все по-по-по-по. Ой,
Ой, мамочки, спасите, я не хочу, Рекси. Они летели, летели и, наконец, прилетели. Не ведись, страна сказок! Итак, наши герои без особых трудов достигли страны сказок. Да, но со множеством маленьких трудностей. Внезапно Рекс достал свою волшебную палочку. Победил. Простите! Добро пожаловать в страну сказок! Я знаменитый говорящий камень! Я умею разговаривать! Я не знал, извини, я крот, а это Рекс, храбрый пес! Ничего, это вы извините! Я буду рад стать вашим другом и проводником! Спроси о стране сказок. Хау-хау-хау-хау. Страна сказок – прекрасное место, таинственное и полное неожиданностей. Например, совсем недавно растаял дворец Снежной Королевы, и все, прошу прощения, превратились в лягушек. Что еще? Спроси о Хрюмблдоре. Свинтус Хрюмблдор? Прошу прощения, но я не знаю, где он. Вам стоит поговорить со Снежной Королевой. Маленькому кротику. Спроси, это не по можно чину. Ли его взять с собой в качестве проводника? Конечно, с огромной радостью. Заранее прошу прощения за любые причиненные неудобства. Удивительно. Вперед, друзья! Могу я называть вас друзьями? Далее вы узнаете, что голубой вагон качался. То есть, головной убор порвался. Бедная я! Моя красная шапочка! Все порвано! Как же я пойду к бабушке? Не плачь. Не бойся, красный шапочек. Мы найдем кого-нибудь, чтобы зашить ее. Благодарю, господин крот. Прошу, почините мою шапочку. И за вашу доброту я отдам вам эту корзинку. В ней полно всяких вкусностей. Лучшего подарка для путешественника и не придумаешь. Сохранить игру. Вы уверены, что... Да. Сохранить... Продолжить игру. Друзья мои, познакомьтесь с Белой Снежкой. Где же они, мои маленькие бородачи? Миленький, откуда грусть на таком прекрасном личке? Привет вам, путники. Я в отчаянии. Семеро моих друзей-гномов отправились в погреба пряничного домика и до сих пор не вернулись. О, найдите их, и я отдам вам это прекрасное яблоко, которое я получила от старой крестьянки. Но, возможно, оно ядовитое. А это знаменитый храбрый портняшка. Привет, привет вам, господа. Слава о моем исключительном умении обращаться с ниткой и иголкой летит далеко впереди меня. Храбрый портняшка, не зашьешь ли ты эту порванную шапочку?
Может, я и смог бы, только, знаете пословицу, сапожник без сапог. Но я-то портной, я без сапог не могу. А мои волшебные семимильные сапоги утащил хитрый кот. Верните мои сапоги, и я починю эту шапочку. Простите, вы кто? Прекрасный принц, злая мачеха, смелый зверолов. Что значит, кто я? Не видите? Я лягушка. По крайней мере, я так думаю. Тогда извините. А зачем тебе все эти перины, лягушка? Я хочу проверить, вдруг я на самом деле принцесса, превращенная в лягушку. Для этого я решила посмотреть, почувствую ли я что-нибудь, если посплю на горошине. А здесь вы видите знаменитый пряничный домик и не менее знаменитую карету Золушки. И то, и другое, увы, не в лучшем виде после аварии, произошедшей по вине крестной феи, которая сделала кучера и лакеев из мышат. Из трех слепых мышат. Разумеется, я хотел бы извиниться за это. Кто это барахтается в этом цветке? Простите, но мы спешим на помощь. Спасибо. Меня зовут Дюймовочка. И в награду за мое спасение я подарю вам все, что у меня есть. Вот эту волшебную горошину. Хо-хо-хо, прекрасная горошина. Большое спасибо. Это луч надежды на светлое будущее для всей страны сказок. Простите, но лучше сюда не ходить. Еда сама ко мне идет. Ой, ежик. Смотри, Рекс, какой милый ежик. Я вижу вход в погреб, но он завален марципаном. Без тяжелой техники у нас ничего не получится. Что ж, у нас как раз есть одна такая волшебная горошина. Рекс отдал горошину лягушке. Та положила ее под матрас и улеглась спать. Как вдруг... А что это? Заросли. Ох, я заснула. Никакой горошины не чувствую. Наверное, я простая лягушка. Дракон, не думал, что он тоже будет так выглядеть. Не двигайтесь. Я зол и очень голоден. Я изрыгаю огонь и дым и глотаю всех без разбора. Буду говорить только с официальным представителем Снежной Королевы. Не двигайтесь, я зол и очень голоден. Прошу прощения, друзья. Позвольте мне представить вам ведьму. Ганс, Гретель, как вы подросли. Думаю, дорогая ведьма, вы нас с кем перепутали. Я крот из рода кротов.
А это Рекс, храбрый пес. Ну уж нет, снова вы меня не обманете. Как вы знаете, прежний домик ведьмы был разрушен. Да простите, если я повторяюсь. Это был замечательный дом. Может быть, его еще можно отстроить? Пока мне удалось найти только этот волшебный гребешок. В моем новом доме будет использована мобильная технология куриных ножек. И я собираюсь построить его здесь. Рекс и Крот решили поймать кота и вернуть портняшке его семимильные сапоги. Иди к папочке. Мяу, 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 мяу. Ой, мед разлился. Иди сюда, полосатик. Мяу. Мяу. Попался, усатый воришка. Хау-хау-хау-хау. Ну, главное, сапоги у нас. Продолжить игру. Я говорящий камень, который умеет разговаривать. Ваш друг. Перед вами знаменитый каменный тролль. Легенда гласит, что пока на тролля светит солнце, он будет обращен в камень. Посмотри-ка ему за спину. Нужно подумать. Сохранить. Вы уверены? Да. Продолжить игру. Загрузиться. Вы уверены? Да. Вот они, твои сапоги. Премного благодарен. Если вам нужно зашить, починить, залатать что-нибудь, я помогу вам. Храбрый портняшка, не зашьешь ли ты эту порванную шапочку? Конечно. Вот, держите. Простите, можно вас поблагодарить? А что вот там, бочонка? Что там у тебя, портняшка? Извините, но это секрет. Не имеющий никакого отношения к дракону. Поставьте бой. Поставьте бочонок на место. Ну, я вас проучу, когда остановлюсь. Умный Рекс решил использовать бочку с серой так, как ее никогда не применяли в стране сказок. Хм, я не знаю такого способа. Простите, вы уверены, что это безопасно? Что ж, дорогой мой говорящий камень, похоже, тут и конец сказочки про пряничный домик. Это лучше. Это луч. Луч надежды на светлое будущее. Рекс и Крот спустились в бездну цвета темного шоколада. Хей-хо! Хей-хо! Есть кто дома? Темная шоколадная бездна. Ням-ням! Thank you.
я здесь. Гопца, гопца-ца! Я здесь! Я здесь! Я здесь! Я здесь! Я здесь. Опца. Опца. Я здесь. Я здесь. Опца. 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 Я здесь. Я здесь. Опца. 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 Я здесь. Опца, опца, опца. Я здесь. Я здесь. Я здесь. Опца, 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 опца. Опца, опца, опца. Опца. Я здесь. Опца. 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 Я здесь. Опца. Я здесь. Я здесь. Опца. Я здесь.
Мы не попали. Я здесь. Я здесь. Гоп-ца-гоп-ца-ца. Я здесь. Хей-хо! Я здесь. Я здесь. Хей-хо! Я здесь. Хей-хо! Я здесь. Хау-хау-хау. Хей-хо. 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 Хей-хо! Я думал, что хоть гном-то будет настоящий, а тут опять лягушка. Мы не виноваты. На самом деле у нас есть бороды и все прочее. Это все потому, что магия исчезла. Твоя шапочка, красная шапочка. Отлично зашита. Вот, держите. В этой корзинке много вкусной еды. Угощайтесь. Передавай своей бабушке наши извинения. Гоп-ца-ца, гоп-ца-ца. Они вернулись. Мои маленькие бородачи здесь. Гоп-ца-ца, гоп-ца-ца. Ворчун, Соня, Мямля, Болтун, Толстячок, Крепыш и Глупыш. Вся бородатая семерка. Простите, я так тронут. Они не смогли пробиться через бафки, а вход завалил огромным шоколадным батончиком. Но теперь все в порядке. Благодарю вас, чужестранцы. Вот обещанное яблоко. Только осторожно. Любой, кто откусит от него, уснет на 100 лет. Серьезно? Что-то это слишком долго. Гномы мы, лесной народ. Гоп-ца-ца, гоп-ца-ца. Вам поможем в свой черед. Едим лягушек на обед. Гоп-ца-ца, гоп-ца-ца. Живем по этому 100 лет. Что значит едите лягушек? Ой, мамочки, мы освободили чудовище. На самом деле мы не едим лягушек. Это просто в песне так поется. Thank you.
Как ты думаешь, у нас получится? Как хочется спать. Тогда спокойной ночи. Хоу-хоу-хоу-хоу-хоу. Разобравшись с гигантом, герои вышли на большую поляну в лесу. Да это же знаменитый Шрекс! Вот так сюрприз! Правильно ли я понял, что ты хочешь покинуть страну сказок? Это потому, что ты чувствуешь себя здесь чужим? Извините, что я вас перебиваю. Так ты хочешь повидать мир, Шрекс? Как интересно. Значит, если мы найдем тебе спутника для путешествия и запас еды в дорогу, ты оставишь нам свою нору, верно? А вот корзин с продуктами. Мы нашли тебе идеального спутника. Познакомься, Шрекс. Это говорящий камень. Простите, можно мне кое-что сказать? Нет. Удачи, Шрекс. Приглядывай за говорящим камешком. Я правильно понял, что документы на право владения жилплощадью лежат внутри? Мне жаль покидать вас, друзья. Не парься. Никогда не думал, что лично встречусь со Шрексом. Ну, давай заглянем в это жилище. Что за помойка? Что, опять? Чудовищная курица отдохнула в последний раз и исчезла. О, а вот и документ на право владения норой. Мне удалось найти только в моем новом доме будет использована мобильная технология куриных ножек. И я собираюсь построить его здесь. Рекс решил забраться по длинному стеблю. Нет, я туда не пойду. Подожду здесь. Вздремну пока, что ли. Ты не подвинешься? Оу-оу-оу. Эй, я что-то чувствую. Что-то скребет меня под лопаткой. А, это ты был. Извини, я такой бестактный. Thank you.
Ого, ты так высоко. Красивом холме. Я часто думаю, что где-то крадуля думает обо мне. Но я Кававева, снежная Кававева. Спроси о Хрюмблдоре. Я уверена, что Хрюмблдор появится в нужный момент. Хоть он и Свинтус,
но удивительно пунктуален. Спроси, о стране скажет. Славные дни настали для страны сказок. Мало того, что мы дворец и ледяная гора восстроили, так еще и все превратились в лягушек. Спроси про лягушек. Ухал. Да, все стали лягушками. И никому не известно, почему это случилось и как вернуть все обратно. Спроси о подворье хаоса. Ухал. Я слышала об этих чудовищах. Они явно не из нашей сказки. Кто знает, может быть, они стоят за всем этим. Спроси, можешь ли ты чем-то ей помочь? Да, разумеется. У меня для тебя два задания, Рекс. Во-первых, разузнай, что мешает мне заморозить мою голову, и убери эту помеху. Когда покончишь с этим, раздобудь мне, ты слышишь, новый квасивый дворец. Назначаю тебя квазярским инспектором. Спроси о проблемах с замораживанием горы. Я пытаюсь наслать колдовской мороз, но все снова тает, словно кто-то греет гору снизу. Спроси о проблемах с дворцом. Если ты живешь в ледяном дворце, приходится бывать во всю специфику такого жилья. И вот однажды вместо кровати, сделанной из цельного айсберга, я просыпаюсь в луже грязи. Да к тому же я уже не я, а шепелявая лягушка. Надеюсь, инспектор Векс, ты найдешь мне новый дворец. Великолепно! Наконец я избавился от ядовитых газов. Полейте меня водой для полной уверенности. Поздравляю, инспектор Векс. Отличная работа. Гава замерзла. Осталось возвести дворец. Мне придется утеплить крышу. Проклятие! Видно, придется мне признать поражение. Этими хилыми ручками мне никогда не построить дом своей мечты. Ганс, Гретель, я
если вы найдете для меня новый теплый дом подальше от этого ледника, я расскажу вам, как найти сказочное сокровище, которое поможет воплотить все ваши мечты. Можно подумать, здесь и так леса мало. Хорошо, я и Гретель вместе попробуем найти вам новый дом. Хорошо, я и Ганс. Вот все документы на право владения жилищем, ранее принадлежавшим Шрексу. Теперь все это ваше. Какая удача! Спасибо вам, Ганс и Гретель. В награду возьмите этот волшебный гребешок. Если вы кинете его себе за спину, там сразу вырастет густой лес. Там вы найдете сказочное сокровище, о котором я рассказывала раньше. Если мы должны бросить его за спину, то эта спина нам подойдет. Свобода! Буду грабить, жечь и жрать. Берегитесь! Эх, нора моя в горе! Эх, ля-ля, бурь, ураган! Мы найдем сокровище на улице Сезам. Конские конфетки! Дорогая, я оставлю ключ в обычном месте. Медовая медуза, открывайся, наконец. Черные черепахи, Сим-Сим, откройся. Ага, домашний птиц. Чудовищная курица вдохнула в последний раз и исчезла. Ну-ка. Ага, умно. Забираем ключ. Ну-ка. Ага, умно. Здесь-то ключ нам и пригодится. Жизнь по-разному бывает. Иногда правильным оказывается самое очевидное решение, а иногда нет. Но в пещере было пусто. Почти пусто. В самом центре стояла таинственная лампа Аладдина. Лампа Аладдина? По-моему, она совсем не холодная. А вам? Впрочем, она и мне о чем-то напоминает. Потри ее, Рекс, скорее! Привет, я Джин. Вы можете знать меня по сказкам «Лампа Аладдина» и «Лампа Аладдина 2». Я прославился тем, что передвинул дворец Аладдина. Я могу исполнить любые ваши желания, но только три. И только если вы разгадаете мою загадку. По-моему, Джин, ты говоришь какую-то ерунду. Ну ладно, Джин, давай, раз, два, загадывай свою загадку. Перед вами три чашки и три золотые монеты. Задача в том, чтобы разложить монеты по чашкам так, чтобы в каждой чашке было по три монеты. Хорошая загадка. Вуаля. Не может быть. Вы решили мою загадку. Ну хорошо, слушаю ваши три желания. Хау-хау-хау-хау-хау. Пожалуйста, Рекс. Эй, я хочу быть богатым, мудрым и сильным. Пожалуйста, Крот. У вас осталось одно желание. Давай подождем с третьим желанием, Рекс. Без сомнения, оно нам понадобится. Давай возьмем лампу с собой и пойдем. Хоп-па. Поздравляю! Рекс потер лампу. Наступило время загадать последнее желание.
Дворец, говорите? Что ж, если таково ваше последнее желание, вот вам дворец. Скромненько. Но, по крайней мере, он кирпичный. Дракон его не растопит, волк не сдует. Простите, других моделей на складе не было. Поздравляю, инспектор Векс. Отличная работа. Мне пора. Папа. Здравствуйте. Позвольте, я приветствую вас. Я волшебник Хрюмблдор. Кажется, кто-то меня искал. Я прибыл вовремя. Нет, не могу поверить. Нам, наконец, повезло. Мы уж думали, эти приключения никогда не закончатся. Это Рекс, храбрый пес, а я крот из рода кротов. Хо-хо-хо. Что вы хотите узнать от самого волшебного ряка в истории? Спроси его про подворье хаоса. Ухал. Какой еще подворье хаоса? Я ничего не знаю. Ой, помочки. Спроси про сам знает кого. Хау-хау-хау-хау-хау. По крайней мере, одна деталь костюма сам знает, кто красная. Это может быть как шляпа, так и плащ. Нет, не могу понять. Спроси, как его дела. Хау-хау-хау-хау. Как мои дела? Хреново. Мои магические способности слабеют. Я уже не могу позаботиться о стороне сказок. И я не знаю, почему все вокруг обратились в лягушек. Нет, не могу поверить. Удачи и до свидания. Готов поспорить, что это не Хрюмблдор. Отправились в путь. Вот, невероятно! Это птица? Это самолет? Ой, мамочка. Ой, мамочки. Это птица, это самолет? Чарли, дом обвалился! Ой, мамочка. Ой, ой, мамочки, спасите, я не хочу. Вот, невероятно. Ой, мамочки. Этого храбрый пес уже не смог выдержать, и они отправились в путь. Ой, мамочки, спасите, я не хочу. Ой,
Этого храбрый пес уже не смог выдержать, и они отправились в путь. Мамочки, спасите, я не хочу расти. Ой, мамочки, ой. Ой, мамочки, ой. Ой, мамочки. Ой, мамочки. Ой, мамочки, спасите, я не хочу. Они летели, летели и, наконец, прилетели. Перед нами Магрица. Внезапно чудовищная курица отдохнула в последний раз и исчезла. Вижу, что ты готов изучить новое заклинание. Отличный выбор, Рекс. Подойди к чучелу. Это символ заклинания «Защита от мух». Очень хорошо. Сейчас мое волшебное чучело попытается напасть на тебя. Создай правильную защиту. Отлично. Попробуй еще раз. Вижу. Отличный выбор, Рекс. Подойди к чучелу. Это символ заклинания «Защита от тьмы». Очень хорошо. Сейчас мое волшебное чучело попытается напасть на тебя. Создай правильную защиту. Попробуй еще раз. Что ж, Рекс, похоже, ты выучил все заклинания второй ступени. Теперь тебе пора встретиться с Воланом де Моржем, преподавателем магии высшей ступени. Вольдеморж живет далеко отсюда, на другой стороне страны чудес. Отправляйся в гавань и скажи Дракару пароль «Веселая гремучка», чтобы он отвез тебя к Вольдеморжу. Что ж, Рекс, похоже, ты выучил все заклинания второй ступени. Mm-hmm.
Сохранить игру. Вы уверены, что хотите? Да. Продолжить игру. Простите, ребята, но я на техобслуживании. Скажи пароль Вольдеморжа. Хау-хау. Ого, к Вольдеморжу говоришь? Это по колдовским делам? Ну что ж, поехали. Я горю! Лучше нам нырнуть! Ой! Я горю! Я горю! Я горю! Путешествие подошло к концу. Рекс и Крот приготовились встретиться с самим Валаном де Моржом. Я не могу дождаться. Я подожду здесь. Внезапно... Чудовищная курица удавнула последний раз и исчезла. Новый студент? Добро пожаловать. Я Валан де Морж, преподаватель магии высшей ступени. Вот чары, которым я собираюсь тебя обучить. Спроси его про подворье хаоса. У меня есть вот какая теория. Страну сказок держит в равновесии вездесущая магия. Если бы кто-то попытался собрать, сконцентрировать, высосать всю волшебную силу, остался бы вакуум, и этот вакуум мог бы заполниться хаосом. Я думаю, что подворье хаоса как раз и представляет этот хаос. А это означает, что кто-то ворует волшебную силу, и это может быть только один из нас, из семи чародеев. Предатель. Ой, помчки! Спроси про сам знает кого. Вау. Или у подозреваемого синий плащ, или лунный узор. Но не вместе. Эх, нора моя в горе. Вижу, ты готов выучить новое заклинание. Карта следователя мигнула, погудела, и всем стало ясно, что сам знает кто... Это... Серпентус Змейп! Вихри водовороты!
Приготовь свою палочку и подойди к чучелу. Это символ боевого заклинания «Вихри и водовороты». Если оно попадет в противника, он не сможет сфокусировать свое зрение, и это помешает ему колдовать. Попробуй еще раз. Вижу, ты готов выучить новое заклинание. Тьма. Приготовь свою палочку и подойди к чучелу. Это символ боевого заклинания «Тьма». Если оно попадет в противника, его окутает облако тьмы, и он не сможет поразить тебя боевыми чарами. Попробуй еще раз. Вижу, ты готов выучить новое заклинание. Приготовь свою палочку и подойди к чучелу. Это символ заклинания «Защита от превращения в лягушку». Очень хорошо. Сейчас мое волшебное чучело попытается напасть на тебя. Создай правильную защиту. Отлично. Попробуй еще раз. Вижу, ты готов. Приготовь свою палочку и подойди к чучелу. Это символ заклинания «Защита от вихрей и водоворотов». Очень хорошо. Сейчас мое волшебное чучело попытается напасть на тебя. Создай правильную защиту. Отлично. Попробуй еще раз. Рекс, я научил тебя всему. Твое магическое образование подошло к концу. Теперь ты полноправный чародей. У меня уже давно не было ученика, который бы так быстро все схватывал. Надеюсь, ты используешь свою силу для добрых дел. Удачи! Рекс, я научил тебя всему. Твое... Как тебе, Волли? По-моему, он неплохой морж. Окей, все на борт. Похоже, я горю. Лучше нам нырнуть. Великолепный закат.
Похоже, ты выучил все заклинания второй ступени. Хау-хау-хау-хау-хау. Ты уже поговорил со всеми волшебниками? Отлично. Время собрать их и назвать предателя. Я организую встречу комитета по расследованию. А тем временем ты, Рекс, разделайся с третьей волной нападающих. Надеюсь, это все скоро закончится. Итак, новый пароль – взбитые сливки. В конце темного коридора стояли прочные ворота, которые заговорили с Рексом, когда он к ним приблизился. Мы ворота. Скажи пароль, чтобы выйти на стену. Пароль верный. Продолжить и сохранить игру. Вы уверены, что хотите сохранить? Да. Продолжить игру.